Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, поклонники клуба веселых и находчивых. Добрый вечер и вам, уважаемые телезрители. Итак, сегодня состоится то, что мы с нетерпением ждали практически весь сезон. И если вчера отзвенели последние звонки в школах нашего города и в школах других городов нашей необъятной КВНовской родины, то сегодня как бы выпускной вечер и последний такой звонок для наших КВНовских команд. А посему объявляю этот финал просто-напросто открытым. Чтобы приехать сюда в очередной раз, команда пришлось пройти немало испытаний. Кому-то это далось легко, кто-то прошел буквально через тернии к нашим звездам, но все-таки эти команды здесь. Те команды, которые сегодня здесь, проделали поистине титанический путь. Почему? Ну, я думаю, это понятно практически всем, кто знает и любит игру КВН. А я с удовольствием представляю тот самый момент, который сегодня настал. Я бы даже сказал, звездный час. Именно так называется сегодня наша игра. Звездный час. И команды, добравшиеся до этого звездного часа, я с удовольствием вам их представляю. Это команда «Дети станции» Смоленск АЭС, город Десногорск. Представляю команду «Вожди краснокожих», город Кины, Самарская область. Поистине, сегодняшний день для команд можно считать не только последним звонком, а поистине золотым, я бы сказал, звонком. А для каждого золото, тем более, если оно находится где-то там на небесах, как мы говорили сегодня, звездный час, каждым звездам нужна огранка. И кто лучше может делать это, тем более с космическими звездами, как не астрологи? Раз звездный час, значит астрологи. Итак, представляю сегодня многоуважаемых астрологов, а попросту говоря, наше жюри. Итак, постоянный член жюри в этом сезоне, мне это приятно, меценат Международной школьной лиги КВН Андрей Бородин. Также рад представить человека, который не первый год вместе с нами и помогает нам, и иногда мы его видим в жюри, это крайние случаи, обычно он просит оставить его на финал, ну что ж, именно такой случай ему как бы и подошел, это Андрей Чебель. Представляю еще одного, как бы скажем, чисто финалиста, астролога с большой буквы, директора одной из компаний, которая работает с нами, директора фотостудии «Автограф», это Исаков Евгений. Ну а теперь плавно, как бы перед тем, как перейти, так сказать, к зубрам нашего, так сказать, астрологического совета, я хотел бы представить новичка. Сегодня приятно, что практически каждую игру у нас и в жюри тоже есть новички. И хотя это дело не слишком легкое, и даже генералы не всегда с ним хорошо справлялись, я сегодня представляю члена Академии госслужбы при президенте Российской Федерации, это Ирина Саяпина. Наконец, я обещал вам зубров, ну что ж, пожалуйста, этого человека знают в Одессе, этот человек давно сидит у нас в жюри, практически не пропустил ни одной игры, это Геннадий Артемьев. И, наконец,
тоже человек, который не пропустил в этом сезоне ни одной игры, что удивительно при такой занятости. И несмотря на то, что сегодня в городе такие события, о чем я еще упомяну, это представитель генерального спонсора администрации города Обнинска Ирина Ефимкова. Теперь, когда все формальности выполнены, все будет зависеть на самом деле от команд. Тема первого традиционного конкурса звучит как напутствие. Все зависит от тебя. Напоминаю о том, что весь сезон у нас был как бы, мы стремились к лиге. Весь сезон был телевизионным. Назывался он «Ералаш». И на РТР была такая молодежная передача «Зависит от тебя». Именно так и называется приветствие. Первый конкурс, который представит команда «Вожди краснокожих», город Кинель. Все зависит от тебя. Лягушки моргнуть, и она решила сразу утонуть. А другая плыла и билась без пока, лапками не сбила масло из молока. Все зависит от нас, сам решай ты, пан или пропал. Все зависит от нас, но пробой не забудь. Все зависит от нас, станет ли начал нынешний финал. Все зависит от нас. Знаете что, ребята, меня здесь в Обнинске не уважают. Андрюх, ну с чего ты взял? На каждом заборе написано «Андрюха-козел», «Андрюха-козел». Да ладно, ты чё? Ну мало ли в городе Андрей. Нет, я себя знаю. Кстати, ребята, а вы знаете, что многие девушки стесняются своей улыбки из-за желтого района на зубах? Ага, зато с кривыми ногами хоть как ни в чем не бывало. Ну здравствуй, Шарапов. Здравствуй, Левченко. А ты знаешь, Шарапов? Почему я тогда тебя, боюсь, что не сдам? Почему? Левченко? Да потому, что ты боёкся офицерский, а солдат под подушку мне прятал! Прям перед строем жрал! А сегодня ветеранов войны будут поздравлять звезды нашей страны! Лидер нашего хит-парада – Земфира! Мне приснилось небо, он до нас. В нем приснился долгий поцелуй. Не держась. Жаль, что ты забыла парашют. Какой ужас! Это еще что? А вот однажды Крабас-Барабас поймал Вальвину и говорит: ну, девушка с голубыми глазами, скажи, где мой медный купорос? Теперь передача для тех, кто не спит. Один слон, два слона, три слона. Композитор Александра Пахмутова просто обожает Юлиана. Да, она так и говорит. Ах, Юлиан, ах, девочка моя. Выдающееся открытие сделала современная наука. Один обеспеченный выяснили, что с помощью новейших лекарств оказывается... Можно лечить некоторые болезни. А я хотел бы знать, будет все-таки Павел Бура жениться или нет? Конечно нет, ведь он же свою клюшку Путину подарил. Кстати, сразу после президентских выборов жители города Владимира решили назвать свой город Владимир Владимирович. Ну или хотя бы Владимир Вольфович однозначно. Все, я из команды ухожу. Почему? Да что вы мне вечно слова какие даете? Да ну, да ладно, да вы чё? Ну, Наташа, подожди, вот классная шутка, на, скажи. Да ну, да ладно, да вы чё? Наконец-то на украинском телевидении будет показываться российская передача «Устами и младенца». А по-украински она будет называться «Хлебала Децела». Олеска. Олеска, а видишь? Вон на том берегу девушка стоит на бате.
Красивая. И какой классный у нее спиннинг. И грудик, и поза, и чего. Сегодня в программе «Смак» с Андреем Макаревичем будет показана блюдечко с голубой каемочкой. Внимание, внимание! Только одно представление. На арене цирк Терезы Дурова. Итак, перед вами цирковая рука. Итак, Олег, средний палец. Тима, безымянный палец. Данил, указательный палец. Женя, большой палец. И Андрей, мизинец. Мизинец, я сказала! Итак, поздоровайтесь с публикой. Реприза. Первое. Культурный отдых по-русски. Реприза. Вторая. Понты или приветствие новых русских. Реприза. Третья. Посыл по-американски. Реприза четвертая, смертельная. Вежливый отказ по-русски. А теперь перед вами выступит лидер нашего хит-парада Дельфина! Хочешь, я убью соседей, что мешают спать? Мы соседи! Данил, а тебе какие больше девушки нравятся? Светленькие или темненькие? Ему больше нравятся светленькие, да? Темненькие! Вообще-то, мне нравятся мальчики. Но вам это не грозит. Поехали все ко мне на дачу! Данил, ну какая дача? Мы, девушки, скромные, и у нас есть понятие «счастье». Да! Но совершенно нет силы воли. Поехали! Куда уходит детство? В какие города? И где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда? Куда оно? Город спит, и факс не посылает, не позвонишь, но секрет открыт. Мы его расскажем всем, детство улетит на планету КВН, если все мечты детские не смог забыть. Команда «Ваш гидро» знакомый город Кинель, Самарская область. Эти станции город Десногорск. Слышал, у тебя 7 мая родился. Как назвали? Лапуелдос. Как? Что непонятно, Лапуелдос? Владимир Путин, единый лидер демократической общественности страны.
Да, вовремя Борис Николаевич в отставку ушел. Пришлось назвать гибелдосом. А спонсором нашей команды является жвачка Турбо. Турбо, Турбо, наша жвачка Турбо. А мне химичка давеча говорит: вот ты, Черков, глупо хихикаешь, ковыряешься в носу, а я вот из доски распинаюсь. Смотри, чтобы на экзамене не было все наоборот. Пацаны, где у вас здесь туалет? Да. А там занято. А туда? А там Путин с террористами мочится. Тогда так. Людей, ничего не знающих о городе Обнинске, можно встретить где угодно. Вот, Крамер, ты что-нибудь знаешь о городе Обнинске? Я ничего не знаю о городе Обнинске. Хорошо, мы сможем зайти в супермаркет. Крамер, ты что-нибудь знаешь о городе Обнинске? Я ничего не знаю о городе Обнинске. Хорошо, мы можем зайти в банк. Крамер, ты что-нибудь знаешь о городе Обнинске? Я вообще ничего не знаю о городе Обнинске. Вот, видите, где угодно можно встретить Крамера, который ничего не знает о городе Обнинске. Ребята, я влюбился. С самого утра я думаю только о ней. Не могу даже позавтракать. Я не могу пообедать, потому что все мои мысли сдают. Весь день думаю о ней. Когда приходит вечер, я не смею думать об ужине, потому что все мои мысли заняты только ее образом. Когда приходит ночь, я не могу уснуть, потому что я хочу жрать! Везет тебе, а я все один, да один. Да не хнычь ты, сейчас мы это исправим. Алло, это Новодевичий монастырь? Да. А девочки новые есть? Нет, но вы можете позвонить 02, там круглосуточно мальчики. Спасибо. Алло, это ГАИ? Нет, это АГИ. В смысле, по форме? Нет, в смысле, по жизни. А сейчас смертельный номер круче, чем у Дэвида Копперфильда. Так, так, так. Вот вы, и вы, встаньте. Поднимите правую руку, опустите. Поднимите левую руку, опустите. Посмотрите туда. Поднимите голову вверх, садитесь. А это был смертельный номер. Простой КВНщик Гена дает указания членам жюри. А голову можете опустить. Снова время пришло, это время сбежать в города, Эскинетти с ногой породнились сейчас навсегда. Очень скоро и мы можем их хоть чуть-чуть изменить, но для этого нам надо верить, смеяться, дружить. Пусть где-то там солнце садится, завтра опять будем новый день встречать. И не заметим, как детство промчится, время придет, будем сами все решать. Пусть где-то там солнце садится, завтра опять будем новый день встречать. И не заметим, как детство промчится, время придет, будем сами все решать. Команда гидростанции город Десногорск. А я приглашаю под бурные аплодисменты обе команды на сцену. Итак, пришло время, пришло самое время узнать оценочки. За первый конкурс, напоминаю, максимальная оценка за этот конкурс 5 баллов. По ходу выступления первыми на сцену поднималась, выступала команда «Вожди краснокожих». Прошу оценочки. 5-5-5-4-5-4. Далее «Дети станции». Прошу оценочки.
4-5-5-5-4-5. Я думаю, что нетрудно догадаться, что самое время узнать после первого конкурса сумму. Прошу. Сегодня помогает работать за компьютером Иван Галкин, лицо для телезрителей «Новое». За конкурс приветствия вожди краснокожих получают 28 баллов. И команда «Дети станции» получает также 28 баллов. Нужно потрудиться, так сказать, мозгами, как у нас принято выражаться в клубе, потому что второй конкурс носит название «Разминка», а в данном случае, в нашей телевизионной интерпретации, он звучит «Акуна Матата». Максимальный балл 6 за этот конкурс, это я для членов жюри напоминаю, для зрителей. Итак, «Дети станции» начинают. Прошу первый вопрос вашей «Акуна Мататы». Путина в Наукограде встречали чистые тротуары, ровные дороги. Нет, что по науке подумать. Парируйте. На фестивале Евровидения 2000 наша Алсу заняла второе место, причем с большим отрывом. Евровидение 2000 наша Алсу заняла второе место, причем с большим отрывом. Этот отрыв составил 220 тысяч долларов 248 центов. На фестивале Евровидение 2000 наша Алсу заняла второе место, причем с большим отрывом. Иными словами, спела она на два, но оторвалась круто! Смелее! А как в Обнинске можно стать космонавтом? Вопрос по существу. It's going down, fade to black, shoot the homies that act in collaborations. Bump like acne, no doubt, I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, that dog couldn't catch me. Who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet. Giving up orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Blackstreet and Teddy. Как в Обнинске можно стать космонавтом? Достаточно сесть на реактор и нажать не ту кнопку. Упорно получила встреча на очередном музыкальном ринге. Мы тут, пока почти подошел, мы долго думали, откуда взялись танцы на разминке у нас в Квене вообще, в Обнинске. И посидев оргкомитетом, мы пришли к выводу, что Александр Васильевич Масляков раньше вел передачу «А ну-ка, девушки». И так получилось, что там тоже были танцы. И вот это вот как-то привилось. Каким вирусом, непонятно, но к вашим вопросам. Прошу. Упорно получила встреча на очередном музыкальном ринге. Упор делали Трубач и Моисеев. В Обнинске уже третьи сутки мой с мылом дороги. Я думаю, что в Обнинске конкурс «А ну-ка, девушки» всегда назывался «Мисс-16», да? Я думаю, Данилу надо приглашать.
Не, не бойся, у нас есть еще и, типа, а ну-ка, мальчики там. Мальчики лучше. Да. Вам в Самаре виднее. Ответ будет, нет? Будет ответ, куда же не денутся. Две команды, все. В Обнинске уже третьи сутки моют дороги с мылом. И до сих пор на улицах есть милиция. Это после вчерашнего из утренних воспоминаний. Только так могу объяснить ответ. В Обнинске уже третьи сутки моют с мылом дороги. Владимир Путин начал чистку. И начал он ее с Наукограда. Ну, есть какой-то, наверное. По последнему. В Обнинске есть еще одна Формула-1. Да, это Формула C2H5UH. Спирт. Родители мне не разрешают гулять допоздна. Родители мне не разрешают гулять допоздна. Потому что есть Алёшка у тебя. Родители мне не разрешают гулять допоздна. А мне разрешают. Когда я поздно возвращаюсь с улицы, папа снимает ремень, штаны у него падают, и мама говорит: «О, сынок, иди еще полчасика погуляй». Какое трудное в Самаре детство. Начнем по ходу пьесы. Начинали разминку Акуна Матата с максимальной оценкой в 6 баллов. Дети станции, город Десногорск. Ваши оценки, прошу. 4, 5, 4, 5, 4. Осторожненько. Дальше вожди краснокожих. Были ваши оценки 4, 3, 4, 4, 4, 4. Мы отпускаем команды готовиться к следующему конкурсу. А я хочу сказать пока что, генеральный спонсор этого сезона Международной школьной лиги КВН является администрация города Обнинска, в связи с чем выражаем особую благодарность Шубину Михаилу Владимировичу, мэру города Обнинска. Ваши аплодисменты. Ефимкову Ирине Владимировне, вице-мэру города Обнинска. И Коноваловой Людмиле Иннокентьевне. Огромное вам спасибо за то, что согласились, любезно согласились стать нашим генеральным спонсором. Итак, сумма после второго конкурса и после двух. Вожди краснокожих за конкурс «Разминка» получают 23 балла. Команда «Дети станции» 26 баллов. Общая сумма за два конкурса составила: вожди краснокожих 51 балл и команда «Дети станции» 54 балла. Ну что ж, разрыв небольшой с учетом того, что три конкурса нас ждут еще впереди. Судя по разминке, жизнь КВНщиков, как вы видите, многолика, но в целом, как мне показалось, спокойно, если не считать родителей, и счастливая. А теперь подошло время, собственно говоря, музыкального конкурса, третьего конкурса. Мы назвали наш третий конкурс «Утренняя звезда». Тоже, по сути, по своей телевизионной, с нестареющим Юрием Николаевым, которого не только поют, но и танцуют. И как я уже сказал, кому ближе подходит, тот и начинает. Вожди краснокожих, прошу. Добрый вечер! Сегодня в передаче «Утренняя звезда» вы увидите рок-оперу с одноименным названием «Либретто». Жила в прерии индейская девушка и с
звали ее «Утренняя звезда», что в переводе с Владимира Ильича Ленина означает «Аврора». Девушка была дочерью трех великих вождей. Ты че? Так не бывает, чтобы сразу трех? Бывает. У них в племени многомужество было, а у мамы склероз. Мы великие вожди стали, мы совсем больной не могли. Пошевели ни рукой, ни головой. Защемило сердце нам в голове, замкнуло в почках. Камни кипячит, и ветром уши нам надуло. Тулула, 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 вчера током сильно долбанула, ла-ла. Тулула, тулула, если был бы у нас стул, мы бы грохнули со стула, ла-ла-ла. Ну, папочки, совсем вы состарились. Вы только посмотрите, у них уже и стула нет. О, дочка, ты как раз кстати. А то, что ты, как говорится, хоть и коня на вскаку обгоняешь, а дело твою бабье, бигвам сторожить. Вот замуж, немедля, это Саша. Только жениха, понимаешь, выбирай сердцем. Сердцем, папочки, только вождей выбирают, а женихов другими органами. Это что ты, глазами стрелять будешь, что ли? Стрелять, но не глазами, а из лука. Где мой амурчик? Всем цвет я знаю, сердце я стреляю, и горит отстрелы дни, я в сердцах огонь любви. Но скажу вам сразу, нет, я разом промазал. Аврора из лука и пошла, куда глаза глядят. А поскольку глаза ее глядели не туда, куда она стреляет, пришла она на болото и видит. Ее стрелу в зубах держит огромный чебурашка. Что в переводе с Владимира Ильича Ленина означает «последний из племени лохов». О, чебурашка, а что это у тебя такие большие зубы? Чего? Какие еще зубы? Это слова не из этой сказки. А из какой? Из сказки про серого волка и красную шапочку. Че это такой сказки? А хочешь расскажу? Да. Однажды летом в лесу наступила зима. И стало так холодно, что волк натянул красную шапочку по самой уши. А почему они у тебя такие большие? Я не чернобыльский вулкан, не инопланетянин. Забыл коня, не мумий, тройник, дерсал, не алсу. Я не заболел с ушами, у меня не вирус. Отец случайно обнаружил пачку папирос прям в рюкзаке, а тут еще и под подушкой. Мама у меня нашла 12 килограммов плана. Отец взял ремень, со мной был груб. За уши таскал, крича не громко, и груб! И так бывает, каждый день мне уши надирают. Они постепенно все лишь отрисают. Это меня пугало, дачи предков не могу ответить. Звезды сдачи! Если было бы так, чтоб жениться я сумел, из дома делал только то, что хотел. Замуж за меня выйти, или же на мне женись, я пригожусь тебе, и все будет окей. Мои уши и моя печаль. Мои уши и мой дикий рай. Мои уши, мой дикий рай. Ну что, детки, как говорится, веселым пинком да за свадебку. А то, Саша, я решил. За какую принимать свадебку? Пусть сначала покажет, что он делать умеет. Я умею уши отстегивать.
общем, взяла на его уши, купировала. Ты еще и в огонь бросила, на всякий-то случай. Чебурашка обиделся сильно-сильно. Я тебе белая, что же ты, любовь, со мной сделала? Ну зачем мои сожгла уши ты? Чем теперь не околачивать груши-то? Чем теперь не околачивать груши-то? Я б сказал тебе слова главные, я б сказал тебе слова верные, но боюсь, что органы славные протокол составят, наверное. Я б сказал тебе слова вечные, и все гордятся упорные. Говорили и все болельщики на хоккей про нашу сборную. Здравствуй, Аврора, а я тетушка Чарли из Бразилии. Тетушка, ну ты поможешь мне найти любимого? Конечно, помогу, милая. Ведь, как говорит мой друг Боря Моисеев, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Садись на метлу. Полетели. Тетушка, в вашем-то возрасте не солидно на метлах летать. Карету бы завели. Ты заводила карету. Глохнет. Бабушка Яга, как с Кощеем быть? Нужно мне пока старика убить. В яйцах смерть его! Ой, нет! В одном яйце! На конце иглы! Так, прямо на конце! Ангола, 5 лет, извините, спустя! Избушка, избушка, ты хоть трубу покажи для ориентировки, чтобы знать, куда тебя передом, куда задом вертеть! Кто здесь? Христос воскрес! Чего? Чего-чего? Яйцо давай! Как тут устоять? Дуэль! Здесь две бутылки. В одной чистая вода, родниковая, а в другой огненная. Посмотрим, кто из вас сгорит. Сходите! Ведьма старая сказала огненная, а наш паленая. Тетушка, а что с ним? А, тетя? Ты в ясные очи его не гляди. Наверно, бросил он кеды. Нельзя, ведь зашито в груди хрустальною ниткой торпеда. Ой, сейчас мой Чебурашка придет. Интересно, и что он скажет? И чего это я так разволновалась? Ведь мы этого так долго ждали. Дорогая, а вот и я! Тут и сказки конец! Как это конец? Как это конец? А где же мораль? А мораль у нас, у КВНщиков, всегда одна. Главное, чтобы зритель был в зале. А зачем нам сцена, да зачем эти шутки, если здесь бы не было вас? Вожди краснокожих.
Официальными спонсорами Международной школьной лиги КВН является музыкальный бар «Грот», который всегда к вашим услугам. Это лучший сервис, отличная кухня и самая лучшая музыка. Приходите в бар «Грот», отдохните телом и душой. Самые лучшие компьютерные программы, а также полный пакет услуг от покупки и установки компьютера до программного обеспечения «Зайди в свой порт», таков их девиз. Также представляем компьютерный магазин «Бонус». Магазин «Бонус» – официальный представитель фирм Canon, HP и Epson в России. Широкий ассортимент компьютеров, комплектующих и аксессуаров представлен в сети магазинов «Бонус» в Обнинске и Калуге. Компьютерный магазин «Бонус» – лоцман в мире компьютеров. Представляем закрытое акционерное общество «Бум Опторг». Это всегда широкий выбор бумаги для офиса и полиграфии, как оптом, так и в розницу. Фирма «Дизайн-бюро» – это все виды наружной рекламы, переплет, визитки, полиграфия, а также «Обнинск.нет». И, наконец, компания «Сладкий дом» – это оптовая торговля кондитерскими изделиями. Ну, с официальными спонсорами пока все. Позже они скажут свои призовые слова и подкрепят, как бы сказать, материальную помощь еще и подарками для команд. Итак, музыкальный конкурс и следующая команда «Дети станции». Добрый вечер. Итак, мы начинаем международный конкурс «Еврослушание». Лена, я вчера с Майкой Тайсоном дрался. Ну и как? Его в больнице видели. Меня приходил проведать. Я вообще раньше пятерых уложить мог, а сейчас сам еле-еле засыпаю. Итак, мы начинаем нашу первую номинацию. Звезды опера. Оперы. Топтун. Песня про любовь. Грустная. Холодный ветер с дождем усилился в 100 раз. Все говорит нам в основном, что нет пути обратно, что ты не мой лапушок, а я не твой Андрейка,
только улюбил наше тело. Повторите! Финтикультяпист. И могу финтику типнуть, могу вы финтику типнуть. Моя фамилия Архинота Черепопендрипопская. Мамонты вымерли первыми, потому что они поняли, так петь нельзя. Лена, как ты туда залезла? Пробежка перед сном, пробежка перед сном. Следующая номинация — пробежка перед сном. Детский КВН, поэтому с трубкой мира придется пока обождать. А вместо этого на сцену самое время пригласить для дуэли мужчин, которые один на один будут защищать свои команды в капитанском конкурсе. Итак, это Андрей Макунин и Максим Зубков.
И так уж выпало, что именно, да, так уж выпало, что именно только капитанам со сцены удастся посмотреть оценки за музыкальный конкурс. Максимальная 5. Напоминаю. Итак, по ходу выступления. Первыми вожди краснокожих. Прошу оценки. 5. Все пятерки. Далее шли дети станции. Ваши оценочки. 4, 5. Прошу, сумма. За конкурс музыкальный команда «Дети станции» получает 29 баллов. Команда «Вожди краснокожих» получает 30 баллов. Итого общая сумма за три конкурса. Команда «Вожди краснокожих» 81 балл и команда «Дети станции» 83 балла. Вопреки словам известной песни «Не знали наши папы, не знали наши мамы», мы хотим опровергнуть в нашей телевизионной версии капитанский конкурс. Пускай и мамы, и папы узнают своих сыновей с интересной стороны. А чтобы это было действительно с интересной стороны, мы предложили капитанам следующее задание. Максимальная оценка которого, кстати, 4 балла. Задание состояло в том, чтобы выдать монолог, совершенно небольшой, который носит название «Ребятам», то есть вам, о зверятах. Вот что из этого получится, после чего каждый из капитанов задаст по 2, а если хочет, то и по 3 вопроса, если он считает третий вопрос удачным. Итак, прошу, начинают дети станции. Хорошее начало. С самых малых лет моя мамуля хотела, чтобы я вырос воспитанным и вежливым. И ей посоветовали отдать меня в платную школу. А так как я люблю свою мамулечку, то я попался на ее влияние. Я вам расскажу, что мы проходили в школе по литературе. Жил такой пацан типа заяц. Держал недвижимость, правильную реальную хату, ну как блин, бунгало вообще. А рядом два лаптя по карте крутилась, лиса кидала. А тут налоговая по Вестнику ее контору бас спалила, и осталась лиса не при делах. Ну, она имидж на морду нацепила и до зайца. Сдай, мол, типа, зайка свою халупу в аренду, а я тебе баксов потом настигну немерено. Ну, заяц клюв развеял, лоханулся конкретно, поехал на Канары оттапывать. Взад подбегает, а лиса на себя хату зарисовала, сидит такая, с понтом так надо, и здесь выросла. Ну, заяц в обиду такой, слышь, коза, блин, верни хату. А та отшарила лыбу до макушки и гонит, слышь, лох ушастый, не иди отсюда, пока в череп не схватил, моя собственность, понял? Ну, заяц пошел в мусорник слезу давить. Кричит, какой такой закон есть, чтоб с хаты кидали, выручайте, спасайте закона хочу. Подорвался весь из себя такой опер-волк, накрученный хвост. Пошел закон исполнять, тычет ксиву в окошко, волыны машет. Лиса вылазит, слышь, мент позорный, дедовандира разборок. Я тебе чё, говорит, фраер позорный, ксиву мне в нос пихаешь. Иди, тебя чё, говорит, башка бронированная, иди комаров пинай. Волк прикинул хвост к носу, думает, нафиг надо за такую зарплату себе беду цеплять. А зайцу от коряшку слепил, тут типа не наше ментовское дело, тебе не нравится, чё, тебя аж не бьют. Ну, зайцу расслат один, с хаты кинули, бабок нету, лапы надуть, пошел вешаться. Тут рулит такой правильный пацан-петушок. Стриженный гребешок в спортивном прикиде довинул косяка, как заяц петельку мастырит. Подходит и говорит, ты чё тут вообще, братан, а? Ну, заяц доложил ему всю картину. Петушок и говорит, да не хнычь ты, братан, впрягусь за тебя. Ща перетрём эту тему с этой лисой, не поймёт, что так завалим отмороженную. Забил лисе стрелку на опушке, лиса является на мэрсе в малиновом прикиде и все дела. Говорит, чё надо, разборок хочешь? Да за меня совлев, да я, да мы. Ох, крутая, аж башню сносит, удивляется петушок. А вот подписку от московского зоопарка видела? А хочешь северными моими ледовитыми побазарить, а? Лиса как услышала про северных отморозков, тут у нее ноги и подкосилась, свернулась, тряпочка свалила с хаты. Ну, а правильный пацан петушок и говорит, живи, братан, заяц, через чулан ты будешь суетись, лавы худилы, а я твоей крышей буду. И зажили они, как белые люди.
получается, что мы узнаем своих героев по именам на КВН очень редко. И единственные люди, которых вот так вот хотя бы в финале видишь, это капитаны. Посему прошу, Андрюш. Животный мир тесно соприкасается с миром людей. Мы издавна преклоняемся перед животными за их красоту, силу, ловкость. Недаром на гербах некоторых городов можно встретить какого-нибудь из братьев наших меньших. Например, на гербе Самары изображен козел. Это старый... Да, что-то такое напальцованное. Да, это чисто старый русский обычай. Сажать козлов на лучшие места. В некоторых странах Азии святым животным считается свинья. Но это отнюдь не означает, что в украинцах нет ничего святого. Впрочем, это не единственная проблема. В знаменитом своим чудовищем деревушке Лохнесс давно идет спор, чье это животное. И нессы не хотят уступать свое право лохам. Да, вообще вопросов много. Один из них, кто победит, кит или слон, я отвечу так. Кит сильнее, поэтому он сразу победит слона. Поэтому слоны далеко в море не заплывают. Силу животных человек давно использует, особенно лошадиных. Для тех, кто забыл, что это такое, напоминаем. Лошадиная сила – это лошадиная масса, умноженная на лошадиное ускорение. Но это шутка чисто для физиков. А помните итальянцев, которые охотились за окладом? Они ведь приехали в Россию и стали там искать львов. Ведь в этом зале все знают, даже чисто пацаны, что львов только на Украине. Но даже за сказочными животными нужно быть осторожным, чтобы не попасть в просак. А то что получается? Поцеловал Иван-дурак царевну лягушку, и пошли у него по всему лицу золотые бородавки. Но самая нелегкая работа – это из болота тащить бегемота. Потому что клетки прочные, да и стража мешают. Помогите грабить, грабить! В заключение ряд советов, как нужно обращаться с животными. Первое. Если ваша кошка орет, это не означает, что у нее начался брачный сезон. Проверьте, может быть, она просто не может вылезти из аквариума. Никогда не пишите письма своему таракану китайским карандашом. Ну и последний совет. Если вы решили дрессировать обезьяну, то для начала суньте ей банан и скажите. Ты, конечно, можешь, если хочешь, но ты не обязан, ты просто могла бы. Да. Я вас слушаю. Простите, слушаю. Ты, слушай, это не видел? Нет, я видел мальчика, похожего на хомячка. Итак, начинал у нас максимальная оценка 4 балла. 4 балла. Начинал у нас Максим. Десногорск. Десногорск? Да, все правильно. Дети станции. Оценочки. 3, 2, 2, 3, 3. Две двоечки, 4 троечки. Дальше у нас вожди краснокожих, их капитан. Прошу оценки. 4, 3, 3, 4, 4, 3. Спасибо. Отпускаем капитанов. Итак, сумма после капитанского конкурса и промежуточные итоги перед последним конкурсом. Хотелось бы услышать. За капитанский конкурс капитан команды «Дети станции» получает 16 баллов. И капитан команды «Вожди краснокожих» получает 21 балл. Общий счет за 4 конкурса составил: команда «Дети станции» 99 баллов и команда «Вожди краснокожих» 102 балла. Организаторы Международной школьной лиги КВН выражают особую благодарность меценатам, которые были с нами весь сезон.
Это Андрей Бородин, который сегодня у нас в жюри. Жанна Костенко, Андрей Чепель, тоже у нас сегодня в жюри. Олег Бакун, фирма «Политест», Российский союз молодежи в лице ЦК, городской молодежно-культурный центр в лице Иванчикова и Маргариты Маратовны, Евгению Куликову за предоставленную связь, а также Валентину Павловну Герасееву, дай бог, извините, не ошибиться, первый раз называю эту фамилию. Это директор гостиницы «Юбилейная». Огромное вам спасибо за размещение команды у себя. Гостиница «Юбилейная» всегда широко держит открытыми двери для КВНщиков. Хочу сказать слова благодарности нашим информационным спонсорам. Это радиостанция «Радио Рейтинг», это «Русское радио», «Аргументы и факты Калуга» и еженедельник «Вы и мы». На протяжении всего сезона, опять же таки, нас поддерживали эти средства массовой информации. Также огромное спасибо хочу сказать журналу «Игра», который выпускается на Украине, освещает клуб «Что, где, когда» и клуб «Веселых и находчивых». И отдельное спасибо хочу сказать отделению, Огненскому отделению партии «Молодежное единство». Огромное вам спасибо за поддержку, надеюсь, и на будущее сотрудничество. А мы переходим к последнему конкурсу. Остался буквально последний шаг до звездного часа наших команд. Но этот будет очень трудный и очень серьезный шаг, потому что впереди участников ожидает последний КВНовский конкурс «Домашнее задание». Вообще, КВН имеет огромное значение в жизни самих молодых КВНщиков, которые занимаются этим нелегким, можно честно сказать, ремеслом. И, естественно, каждому хочется, чтобы это знаменательное событие осталось не только в памяти, но и на фотографии, а также и на видео и кинопленке. Посему последний конкурс в этом сезоне мы решили назвать также по-киношному «Синема». И синематограф в исполнении наших команд мы сейчас и увидим. А первое чудо нашего синематографа представит команда «Дети станции Десногорск». День уже закончен, я вчера звонила, ты просто не поднимешь. Что такое? Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканал CNV. У нас вечерний эфир. Мы сейчас познакомимся с начальником убойного отдела Геннадием Васильевичем Костоломенко «Нестреляйка». Здравствуйте, Геннадий. Здорово! Расскажите нам, пожалуйста, какие происшествия... Труп! Нашли труп! 25.04 был обнаружен труп. На теле были обнаружены трупные пятна размером с 10 и 50 копеечной монеты. Общей площадью на чекушку бы хватило. Просьба опознавших обратиться к нам. Анонимность гарантируем. И еще 4 ножевых ранения. 2 смертельных, а 2 легких, к счастью, но труп. Геннадий Васильевич, не могли бы нам дать... Дам, конечно, что? Пару примеров для предосторожности, чтобы люди знали, как вести себя на улице. А, для предосторожности. Ну, слушай. На все звонки научитесь отвечать детей. Мама с папой заняты, они смазывают пулемет. Если вам ломают бандиты дверь, попробуйте ее ломать со своей стороны. Это задача злоумышленников. Прежде чем войти в темный подъезд ночью, киньте туда пару камушков. Это спугнет, кого хошь или не хошь. Если на вас напал там маньяк, я не знаю, там какой-нибудь я убийца там. Не пытайтесь кричать там «помогите, убивают», крикните нейтральную фразу, я не знаю, там «немцы в городе», там, или там «эй, ты на пароходе»,
Или там, не знаю, и ты лысый в кепке. Большое привет, спасибо. Маме можно? Большое спасибо, Геннадий Васильевич. А Геннадий Васильевич нам предоставил посмотреть съемку с захватом преступников. Да. Эй! Что я услышал про товары? А чё? Что это? Ну, руки больные! Правым пальцем до носа, левым до пятки. Прыгаем, поем чижик-пыжик, где ты был? Чижик-пыжик, где ты был? А теперь... Танцуем! Хорошо списали, за накорочки сели! Руку за голову! Бери! А у нас в гостях врач-психиатр на улице Пирогова. Здравствуйте, Андрей Гендрович Психиандропов. Мы слышали, у вас очень интересная работа. Очень. Не могли бы вы рассказать нашим любезным телезрителям? Могу рассказать, я могу показать, можно, да? Да, можно, покажите. Геннадий Васильевич, чем вы будете работать? Итак, с помощью микрофона я могу узнать, что человек на душе. Итак, можно, да? Вы солдатка! Полевая кука! Трын-трын-трын! Не, да? Мистра! Пленечница! Пленечница! Глаза держи! Пленечница! Стреляй! Зверь! Итак, дальше! Все ясно! А с помощью другого прибора мы узнаем человека! Это новейшая разработка квантовой физики. Большое спасибо, Андрей Димитролог, психиантропов. А у нас рубрика «Синема». Мы познакомимся с новой звездой, режиссером Стивеном Спилбергом. А в конце нашего эфира вы услышите шлягер. Я режиссер, я снимаю кино. Мне нужен помощник. Он будет и гример, и костюмер. Итак, девушка, она бежит. Она брюнетка? Нет! Она блондинка! Она звезда? Нет! Она боярка из колхоза «Большое вымя»! Она убегает от маньяка? Да! Он пионер? Нет! Она убегает от инспектора ГИБДД? Нет! Она просто бежит! Жара, зной, ее мучает жажда, смена плана, банка с молоком? Нет! Бутылка самогона? Ты нет, большая, теплая! А там напротив? Красавец-мужчина? Нет, не то, не то, уйдите все. Я хочу фильм, хочу настоящий фильм. На 90 Оскаров, нет, на 125 и так далее. Мне нужен морской пейзаж. Так, море, море будет здесь. Нет, здесь. Хотя нет, оно было лучше. Море волнуется. Я сказал, волнуется море. Хорошо. Над морем чайки. Чайки над морем. Так, вы две кукушки, идите, чайниками будете. Чайками, то есть. И там, вдали, маяк. Ты кто? Маньяк. Ты не маньяк, а маяк. Это что? Маяк 203, стерео. Там, вдали, маяк. Знаешь, по-моему, неплохо. Чего-то не хватает? Точно! Молодец, Сашка! Нам не хватает девочек-купальников! Девочек-купальников! А где же ваши купальники? Какие купальники? Заморозки обещали. Да и море у нас холодное, Балтика. Да вы чё? Балтика — это ж пиво! Поутро! У вас шторм! На, постирай что-нибудь. Шторм? У них шторм. А почему маяк не работает? Что хочешь, делай, но маяк должен работать, ты понял? А что это у вас здесь за корабль тонет? Кинотип. Странное название для корабля. А, вот так. Титаник.
все равно странная. А почему маяк опять не работает? Лампочки устали. Девчонки, это из-за него Ди Каприо утонул. У меня новая идея. Нам нужен классный финал. Так, музыка. Девчонки, все сюда. Это будет грандиозное шоу. Да, на Японце я вижу, зрители ликуют. Ликуют. Я гениальный режиссер. Спасибо моим фанатам за то, что меня... Все, финал. Зажегся в зале. Домашнее задание. Синема, вожди краснокожих. Грязные танцы полками. Ну при чем здесь тогда эти бутылки? Ну какие танцы без бутылки? Как низко пал Сикам. Да. А кто будет режиссером? Нет, и он еще спрашивает. Ну конечно же я, да у нас в семье. Просто обожают командовать мужиками. Да у моей тети было двое мужчин, и обоими она командовала. А при чем здесь тетя? Вот у меня у самого было трое мужчин, и, в общем, режиссером буду я. Хорошо, тогда я буду продюсером. Что будем снимать? Сериал. Только сериал. Сценарий классический. Ромео. Итак, в первой серии Ромео и Джульетта в бассейне. После чего Ромео, естественно, делает ей предложение. Да-с. Ой, Ромео, потри мне спину. Послушай, Ромео, я все-таки решила принять предложение и выйти замуж. Да, и завтра мы с моим женихом уплываем в свадебное путешествие. Джульетта, какое путешествие? Какой жених? А как же я? Ну я же лучше, ведь я же лучше. Лучше да лучше, но мне придется выйти на него. Все, я зол, я очень зол. Джульетта, клянусь тебе, я А отомщу, Б я скоро отомщу, С я страшно отомщу. И наконец Д я сделаю твоего жениха. Да? Да, у нас столик хоккей. Какой из четырех вариантов этот ты выбираешь? Ты! Ты сделаешь его! Ответ окончательный? Да. Точно?
Да. Сказка нужна? Нет. Как выбираешь? Помощь зала. Итак, дорогие друзья, Джульетта выбрала помощь зала, а правильный ответ мы узнаем после рекламы. Нет, ну что? Вот это такое! Это реклама наших спонсоров. Они производят поющую сантехнику. Поющая сантехника? Это как? Здравствуйте! Я от спонсора! Я поющий унитаз! Может быть, а? А? Ладненько тогда, ладненько оставить. Я не люблю себя, когда я тружу, когда веселых песен не пою. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Это еще почему? В связи с выходом передачи, аншлаг. Итак, в студии старушка-хохотушка Дубина Роговицкая. Я такая рассеянная, что забыла все кассеты. Комические чеснушки. Чай Брюкон снимает стресс, повышает настроение. Если в чашку добавляешь конопляного варенья. Посмотрел рекламу пива, выпил красного быка. Узнают его девчонки, чистоту как рога. Хороши прокладки полость, прям не знаешь горя. По секрету мне сказал Моисей Боря. Мне дружок Андрейка. Красный заяц с барабаном, в попе батарейка. А в третьей серии у нас будет кульминация. Да, Джульетта, узнав, что Ромео утонул, тут же подскользнулась, упала, потеряла сознание, очнулась. Сумку сперли. В общем, полная потеря памяти и перелом среднего пальца. И за гипсом тут начинают охотиться бандиты-трансвести. Так, милочки мои, вы кому гипс-то наложили? Джульетта! А кому должны были? Вам, шеф. Так в чем же дело? В чем дело, я спрашиваю? Извини, шеф, перепутали в темноте. О, как можно было перепутать мужчину с женщиной? Послушайте, шеф. Чтобы не путать, надо было не палец сломать, а что-нибудь более характерное. Хорошо, гипс будем снимать. Будем действовать по плану. Жениха убить, а над Джульеттой надругаться. Не, шеф, как хотите, мы люди интеллигентные, и с девушкой поступить так не можем. Ну хорошо, тогда Джульетту убить, а над женихом надругаться. Ну так это же другое дело. Вот же, вопросы есть? Есть. А как же наш алиби? Алиби, чуть не забыл. Вы, как жертвы нападения неизвестных, остаетесь лежать в каюте со следами надругательства на лице. Стоп! Камера, стоп! Мы вынуждены прервать наш сериал. Нам нужно срочно показать инаугурацию президента во Владимиры Путины. Ну хорошо. Итак, 7 мая, Кремлевский дворец. В начале церемонии первый президент России Борис Ельцин вручил второму президенту России Владимиру Путину главный признак президентской власти. Стакан. Владимир Путин приветствует кремлевский хор прапорщиков. Здравствуйте, товарищи кремлевцы. Здравия желаю вам завтра с утра. Я очень польщен. А сколько же очков понаставили? Вчера на встрече с русским народом
Борис Абрамович Березовский мне так и сказал. Мы тебе очень много доверяем. Так посмотри, не лоханись. Владимир Владимирович, разрешите исполнить песню? Хорошо. Только можно что-нибудь личное для меня? Ах, заинька, ах, серенький, ах, заинька, хвостик беленький. Мы, Володя, вам не сим, мы вам правду говорим, что вы рваные, худые, ножки тонкие, кривые. Какая неожиданная развязка! Кстати, в четвертой серии нас ожидает развязка сериала. Ромео не утонул. Да, его спасли черепашки Тортиллы. А разве у Тортиллы были черепашки? Да, от Годзиллы. Ромео, мы должны открыть тебе страшную тайну. Да, твоя невеста Джульетта совсем не Джульетта, а Сонька Золотая Ручка. И с рукой у нее не закрытый перелом. А что? Золото-бриллианты. Какие бриллианты? 5 тонн героина. Все, теперь я точно отомщу. И Джульетте над ними тоже отомщу. Как? Женюсь на ней. И каждый день буду заставлять ее стирать носки. Она будет стирать. Я сказал, она будет стирать. Я рисовать. Одни сотрет, я другие нарисую. И так каждый день. Нет. Не пойдет! Что не пойдет? Да все не пойдет! Все, что предложил, ни к черту! А почему? Да потому! Она Васю Беншина раскусила! А у него, знаешь, какие носки были! И не носки, а оружие бактериологическое! Стоп! Камера, стоп! Ну теперь-то почему? Наше эфирное время подошло к концу. И теперь нам нужно закругляться. Стоп! Как это к концу? Это значит, фильм уже кончился? А я еще никому не отомстил. Это недостойно чести самурая. И я должен сделать себе хачапури. Хараки! Всем поле! Нож мне! Уважаемые зрители, мы должны вам сказать, что в сценарии, в съемках этого фильма ни одно животное не пострадало. Ведь это всего лишь кино, а наше кино под названием «Жизнь» еще только начинается! Смысл, соль, должен ты понять, все свою роль обязаны сыграть. Будет неплох тогда наш сериал, ведь к нему сам Бог сценарий написал. А что нам надо, чтоб роль не отобрали? А что нам снится, что главная она? Кто режиссер наш? Ах, если бы мы знали, но знаешь, что без нас не вышла бы кино. Кто режиссер наш? Ах, если бы мы знали, но знаешь, что без нас не вышла бы кино. Вожди краснокожих, Кинель. А я под ваши бурные аплодисменты приглашаю команды на сцену. Итак, сегодня в финале
второго сезона Международной школьной лиги КВН играли команды «Вожди краснокожих» город Кинель и «Дети станции» город Десногорск. И перед тем, как слово перейдет к жюри, я хочу сказать, что сегодня, помимо вот этих вот красочных дипломов, я телевидению, наверное, покажу, вот помимо этих красочных дипломов, подтверждающих занятое место, то есть то ли чемпионы, то ли вице-чемпионы, команда, занявшая первое место, традиционно от туристической фирмы «Ост-Вест», которая любезно с нами работает уже второй год, получает бесплатную экскурсию по городу-герою Москве завтра на весь день. Это получат чемпионы. Помимо этого, команда получает право приехать ко второму туру в Сочи на фестиваль «Кивин» 2001 года, о чем в этом дипломе тоже указано. Это как бы главные призы. Помимо этого, практически все наши спонсоры предоставили различные подарки команде. Это и подарки от «Сладкого дома». Чемпион получает, если я не ошибаюсь, то ли 15, то ли 25 килограмм пряников сладких. Это и конфеты. Это подарки от студии «Автограф», которая подарила дартс и мячи. Собственно, не столь важны подарки нашим командам, как самое главное. Кто станет чемпионом? Но перед этим мы спросим впечатления у членов жюри. Исаков Евгений, директор студии «Автограф». Я хотел бы сказать большое спасибо командам, спасибо спонсорам, спасибо зрителям за то, что мы получили такое прекрасное зрелище. Ну и я бы хотел лично от себя подарить, значит, несмотря на то, что я сделал подарочки команде, человеку. Это был ведущий, он же психиатр. Вы очень азартный игрок, и поэтому я вам дарю рулеточку. Играйте. И вместе с командой. Спасибо. Андрей Чепель. Большое спасибо обеим командам. Действительно, было все здорово, замечательно. Нам очень понравилось, несмотря на то, что нас бородиными козлами так назвали почему-то. Но, видимо, стезя такая в городе, действительно пишут: Андрей Козел, ну что тебе делать? Вот. Зато могу в ответ ребятам из Самары, забывая город, извините. Кинель, да. Могу сказать, что у вас, ребята, если голубая тематика так будет продлеваться, козлами уже называть не будут, только козами. Очень понравилась команда Десногорска, спасибо огромное, ребята, действительно. Жалко, немножко запала, не хватило на концовочку. А так вообще замечательно, задор был хороший. И Кинель тоже замечательная команда, поэтому как бы так не подсуживая, ставил и тем, и тем, пытался каждый раз найти кого-то получше. Видимо, сейчас все скажется на оценках. Спасибо. Андрей Бородин. Очень радостно, конечно, видеть вот такую мощную подготовку двух команд к финалу. То есть видно, что очень хорошая была такая репетиция, тренировка и просто прекрасно. Саяпина Ирина, прошу, что скажут новички у нас? Также традиционно буду благодарить. Во-первых, спасибо организаторам, что меня пригласили сюда. Я получила сегодня безумное удовольствие. Музыкальные номера все были замечательные. Замечательно. Пели просто изумительно. Мы как могли подпевали, как могли подтанцовывали, топали, хлопали. Я так думаю, что это настолько достойная смена тому КВН, который в Москве. Я, естественно, не то что выражаю надежды, я просто в этом уверена. По части жучков, по части президента, так как я в той структуре, у меня он тоже есть. Поэтому все, что было сказано, привет я ему, естественно, передам. Это естественно шутка. Я желаю вам дальше также продолжать, чтобы весь запал, вся энергия, которая сегодня была у вас, не пропала, а удваивалась, утраивалась в арифметической, в геометрической
прогрессии, так как тут все математики, физики, все это хорошо знают. Удачи вам, новых КВНов вам. Огромное спасибо, Ирина Ефимкова. Или, Геннадий, вы хотите сначала? Давайте вперед, поменялись ролями. Обычно вы как-то... Мы меняемся периодически. Совершенно потрясающий был сегодня спектакль. Ну, я сразу признаюсь, нам, конечно, были близки по духу, наверное, все-таки больше дети станции. Ну, мы как бы сами тоже станции. У нас, хотя родители разные, но радиация одна, и поэтому, вы знаете, все-таки Чупа-Чупс — это не только колобок-самец, это обнинский колобок-самец. Ну, а музыкальный конкурс мы начали прекрасно, был просто супер, это был театр одного актера. Ну, а вот на капитанском конкурсе дети станции, ну, конкретно так ложенулись и, похоже, в натуре влетели на бабки. Ну, а в целом, я, конечно, поздравляю, великолепное завершение великолепного сезона. Мои поздравления всем организаторам. Огромное спасибо вам. Ирина Ефимкова, ну что ж, итоги окончательные уже. Вот мы радовались сегодня за большой праздник. Мне сейчас очень хочется посмотреть, как наши гости вместе с теми, кто их приветствовал, кто за них переживал, порадуются за то, что сегодня впервые город Обнинск на правительственном уровне официально признан наукоградом. Всем, я думаю, что Обнинск, мы сами себе этот приз... все замечательно, все прекрасно. Ваша Акуна Матата в сравнении с ебилдосом детей станции, это просто ничто. Это был совершенно замечательный прикол. И я тоже согласна, что у театра одного актера это был финиш. А вообще пацаны конкретно играли сегодня по понятиям. И разводили крутые шутки. И это здорово. Наши аплодисменты и спасибо вам всем. Вот такие вот итоги. Такие вот итоги. Я думаю, что мы дождемся все вместе с вами окончательных оценок. Окончательных оценок. Ну, для начала за домашнее задание. Итак... Домашнее задание. Максимальный балл 7. 7 баллов. И начинали у нас, если я не ошибаюсь, дети станции Десногорск. Прошу оценки. 6, 6, 6, 5, 6. И последнее домашнее задание в сезоне играли вожди краснокожих, город Кинель. 7-7-7. Чемпионом второго сезона Международной школьной лиги КВН стала команда, которая вылетала в отборочных играх, прошла через дополнительные игры, обыграла небезызвестную сборную Обнинска и стала чемпионом. Это команда «Вожди Красногорья», город Кинель. Мы говорим телезрителям до свидания, до новых встреч, до следующего сезона.